Привет, друзья! И вот у нас настал день, 27 число, друзья, и у нас вышла, конечно же... Так, подождите, где? Во! Самайн, друзья! Событие продлится 9 дней 14 часов. Проведите обряд в коммуне и защитите жителей от темных сил. Воу! Основные награды, ритуал. Выполнено 5 из 0. Что за огонь тут такое? А что за огонь? Костер. Это, наверное, костер. А, я понял, по-моему. Да, нам нужно что-то сделать с большим костром. Ладно. То есть у нас вышло обновление. Надо пользоваться, надо брать. А, так. А ну, подойди ко мне. Ну, что тебе надо, старч? Что тебе надо, старч? Здравствуй, дорогой мой, здравствуй. Ты знаешь, что коммуна в опасности? У нас тут зомби кишит везде. Это злые духи. Их подставляют. Так, помоги подготовить к ритуалу. Сам я не справлю. Да, ёпти марапти. Здрасте, марадасти. А можешь помедленнее это все делать? Я ж тебе не скоростная такая овощь, которая будет читать. О, что-то вкусненько. Открываем. А тут что, ресурсы дают? Бесплатно ресурсы? Как бы росток это бомба, конечно. Я заберу его. Будет. Что у нас там сейчас идет? Убить 10 зомби. То есть мы должны будем очистить коммуну от этих тварей. О, это что такое? А, зараженное сердце. Ничего нового у... Так, ничего нового у многих людей такое же. Ну, это я понимаю, конечно. Такого что-то я не помню, чтобы было. Может и было. Или это обновленное. Наверное, скорее всего, обновили это сердечко. Сердечко у нас новенькое, да? Не само сердечко, а текстура сердечка новенькая. То есть тут тоже мы сердце будем получать. Отлично. Фу, ё-моё. А, я вспомнил, друзья. Зараженный глаз, зараженное сердце, значит, еще должно быть у нас, по-моему, зараженный мозг. Да, я вспомнил, да, я вспомнил такую вещь. Это хорошая вещь. Будем забирать. Она нам пригодится везде. У нас падает... Блин, если честно, да, мы со всех получаем зомбиков. Это сердечко. У нас бегут толстяки территории. Я успел его убить, конечно. До того, как он мне нанес урон. А тут что такое? Закрыто. Ну и ладно. Ну и пускай будет закрыто. Может, когда-нибудь мы еще и откроем. Так, что мы туда можем поставить? Давайте коллаж. Не, нафиг коллаж. Давайте его пускай будет у меня пистолет стрелять. То есть нам стрелка показывает, где у нас стоят зомби. У нас последние зомбики здесь стоят. Ладно, М-ка, пускай М-ка тратится. Мне показалось, что у меня стоит этот глок. Все, друзья, остался последний зомбак. Это у нас толстячок. Угу. Поговорите с Отисом. Да нет проблем, он бы медленнее писал бы. Я бы хоть бы читать успевал бы. Возвращаемся тогда, давайте, обратно к Отису. Отис, ты где... А я куда бегу-то? Я не вижу даже, где я. Он, по-моему, у нас в начале Отис оставался. Вот он сидит здесь. Ты их убил. Это ненадолго. Зомби вернутся. Вот почему нам нужен ритуал. Я недостаточно стар, чтобы умирать. Ну, это понятно, конечно. Давай, рассказывай. Этот ритуал моя семья хранит в секрете и передает из поколения в поколение. Мой дед защищал... им семью от... нафиг, я не успеваю, друзья. Так, зажги факелы и позвать всех с домов. Я так понял. А, все факелы типа. Ничего себе, я думаю, что мне стрелка показывает куда-то. Ладно, давай зажгем. А куда мне вообще переться? Вот, последний, да? Нет, еще. Теперь что нам нужно? Всех позвать с домов. Фига ломовик. Выходите, барышни, выходите. А, не нравятся мне эти игры с ритуалом. Да, и не ладно, не нравится, спи, моя красавица. Опа, Степа, а тут есть еда. Это мне не нужна веревочка. Хотя нет, подождите, веревочку давайте я заберу. У меня дома заканчивается. Вот это я не буду брать. Не вижу никакого смысла. Водички попил бы, это я поел бы. Ну еще... Нет, ничего не буду брать. Друзья, правда, не буду ничего брать. У меня места не так, не это... Не хватает дома. Теперь следующий дом. Это те, которые дома мы с вами, помните, да, вначале бомбили. По всем домам надо пройтись.
О, ломись, давай, открывай, быстро всем на выход, давай, бегом на выход. Все к ритуалу. Чё встал, как вкопанный? Бегом! Воу-воу-воу-воу-воу, какая вкусняшка здесь падает. Штанишки, все зимнее. О, это бомбезно. Пригодится такая вещь. Эта вещь нам пригодится. Давайте заберем следующий дом. То есть мы ходим и всех выгоняем с домов. Типа говорим, открывай дверь, все чисто. Давай на выход, все бегом на выход. Где же мой пес? Когда все началось, он что-то сделал. Ладно, пускай. Йод. А, незаменим при создании А, да. Я немножко забыл. О, водоросли, хорошая вещь. Немножко торфа и есть кожа. Кожаная, да? Нет, все-таки вот это я выкину, а кожу я заберу. Тогда пускай так будет. У меня просто... Ну нету больше места. Ну нету у меня, друзья, больше места. Давайте до последнего дома бежим. То есть они, смотрите, в ритуал, да, стоят вокруг костра. Хорошо. Последний дом. То есть тут, наверное, тоже будет сундук. Дверь закрыта, как странно. Блин, ну это да, это тоже странно. Там, наверное, скорее всего, что-то будет загадочное. Зажги светящий костер, и мы на... начнем? В смысле? Фу. А сколько надо-то? Два глазика дали, хорошо. Я буду рассоединять, потому что я не знаю, сколько мне надо. 40, 60, 80. Значит, мне одного сердца хватит за глаза. Нет, да вы чё? В смысле? 110. А, так можно все полностью, что ли, закинуть было? 110. Ладно, зажги части зомби... Ой, блин. Зажгите части зомби, чтобы силу ритуала увеличить. Зажечь. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. О, силы света и добра. Придите, тролливали. А, запретите темные... Так, запретите темные врата. Да, блин, идите лесом. Пусть злые духи сгинут. Это еще... Да, ёб твою мать, я реально, друзья. Это еще что за крик или что-то вроде этого? Маркус, я только нашел Снупа. Что такое Снуп? А, это собака, наверное, Снуп. Поговори с Шедди. Ну, поговорим, давай. Я побежал за псом. Он кричал. Он... А, она кричала. Да идите вы лесом нахер. Я не успеваю. Кто же мог так растерзать ее? Да ладно. Кровавый след тянется до самой рощи. Так, друзья. Его мне надо найти. Побежали. Убить монстра, друзья. Что тут за монстр будет? Так, тебя мы убили. А, то есть, смотрите, здесь я могу фармить глаза. Глаза, сердце, здесь я можно фармить. Хорошо. Хотя при входе на локацию, друзья, я видел, какие там можно фармить. То есть, волков мы будем убивать тоже получать? Нет, тут только будем мясо получать. Ну и шкурка, да? То есть, нам нужно бомбить только зомбаков. Смотрите, 100% падает. Или нет? Нет, нет, нифига, я ошибся, не 100%, значит, ну, рандом, значит, работает рандом. А это кто такой? Что это за фигня? Проклятая? Проклятая бабка, что ли? Чё ты орёшь? Чё ты орёшь, а? Ну-ка, стоять! Стоять, бандито! Алло, ты, чучело страшная, куда... А, все, а чё, она ушла? А, смотрите, нифига, сразу светло, вернитесь в коммуну, нет проблем. Возвращаемся. Продать торговцу лишние органы зомби. Снуп, я знал... что ты знал, не знаю, потому что я не успел. Мы прибыли на коммуну. А где торговец? В смысле, тут есть торговец, да? Честно говоря, не все коммуне рады этому ритуалу. Ну, это не мои проблемы, как бы. Мне пофиг, рады вы или нет. А куда? А что такое? Подождите, продать торговцу лишние зомби... Орган. А где этот торговец находится-то у меня? А торговец где находится? Почему-то мне показывает крестик, типа, ну, стрелочка. Да, в костер. Костер я не могу ничего ткнуть. Старого тоже не могу ткнуть. Вообще ничего не тыкается. Короче, все закрыто. А что все закрыли? Алло. Дайте хотя в коммуне-то немного пострелять. То есть у нас остались только те сундуки, которые мы можем с вами открыть. Это максимум. Я не понимаю, куда мне можно складывать эти мозги, потому что я что-то не очень допетрил. Куда это? Вот у меня стрелка показывает на костер,
Но это максимум, что я могу сделать. Наверное, скорее всего, откроется этот магазин на следующий раз. А следующий раз, друзья, у нас будет уже, наверное, скорее всего... Завтра. Слишком много слова скорее. А, нет, стойте, подождите, тут кто-то есть. О! Ха, хей, у тебя есть лишние зараженные органы от зомби? Конечно! Не представляешь, как многие готовы заплатить за них. Что? Вау, ничего себе, вы посмотрите, какая вкусняшка тут падает. Ну, топор мы крафтим, это находим на локации. А здесь, друзья, ключ для крана. О, титири-тири-трали-вали. Только вот куда мне теперь сердце складывать? То есть мне нужно найти... Зараженный глаз, мерзкая, фу, гадость, да? И 10 мозгов. Находим, забираем вкусняшку. Или можно пропустить за 25 монет. Как бы, нет, лучше, конечно, побомбить, побегать по локациям. Набрать полностью, что нам пригодится, это глаза и мозги, и потом заменить. Вот мне интересно. Заключим сделку, меняя ненужные зараженные органы, зомби на ценные товары. Блин, мне интересно, после того, как мы купим, надо, наверное, ждать следующего дня, или можно обновить и еще бомбить. Если это будет, то я побомблю. Так, стрелка. Продать торговцу лишний зомби-орган. Так подожди, я уже... А стрелка куда мне показывает? Теперь мне надо идти к костру, да, я так понял? Да, друзья, то есть мне надо все-таки к костру идти. Там у нас находится торгаш. С этим торгашом мы будем воздействовать. Точнее, мы будем ему продавать и получать вкусняшечки. Ну и также у нас что получается? Я как-то говорил в ролике, что я не буду... уровень качать, но не знаю, как получилось, у меня уже 46 уровень. Я даже не старался его бомбить. Ритуал выполнено, 1 из 5. У нас Самайн пройдет 10 дней, ну, у меня 9 дней 14 часов. То есть, блин, я не знаю, как получится ролики, да? Друзья, не в каждый день у меня пока что выходит. Сброс цены 23. Угу, а что это такое 20... 25 камней, это что такое? 25 камней, 48 камней. Соберите, давай, доступно на глобальный... То есть я сейчас могу забрать дробовик. После я забираю... Как я там называю-то? Гранатомет, пластинка, вкуснявенькие, друзья, у нас идут кейсы, сундуки, набор спецвойска, да? И у нас идет 5-й день ритуальное животное. Награда события Самайн. Вот как раз мы его и получим. Это статуэтка, награда, короче, за Самайн. Ну, если честно, на изи, надеюсь, мы его заберем. Надеюсь. То есть дробовик. А что это дает? Лохотрон, да ладно. Ритуальная тыква. Стиль темный жнец. Точно выпадает через 8 от... Ой, через 8. 80 открыть. Да ладно. 80 открыть. 80 открыть. Я договорить не могу. То есть, а, так. А, вот оно что. То есть нам нужно бомбить локацию. 79 раз мы открываем и получаем 100% темный жнец. Это скин, друзья. Это топовый скин. Я постараюсь его забомбить. Я постараюсь, друзья. Это надо бегать по локациям. Бомбить вот эти камни. Со скорпионами, я не знаю, скорпи камни. Не, ну это странно, да? Скорпи камни, пускай будет скорпи... я только в словах буду путаться. Скорпи камни мы будем с вами бомбить, крутить барабан. Ну, как барабан? Крутить лохотрон. Получать, ну, не знаю, что тут можно, конечно, повыбивать. Нельзя, да, посмотреть, только так. Вот. И 79 открытий мы получим с вами топовый скинчик. Друзья, я пойду сейчас тогда бомбить на локацию. Я возьму много оружия. Мне, конечно, это не проблема. Сами знаете, у меня его очень много. Ну, а с вами я буду прощаться, так как мы с вами прошли, конечно же, коммуну, которая дана на 10 дней. Друзья, не пропускайте. Можно здесь бомбить, конечно же, с ближним оружием. На этом я с вами буду прощаться. Если вам понравился ролик, поддержите его лайком, подпиской на канал. Все ссылочки вы найдете в описании. Желаю всем чистого неба над головой, приятного просмотра и всем пока-пока.